вот, друзья, тут такие ряды, и тут фермеры местные с разными вкуснятинами. Сыры, мед, орешки. Только это где-то сверху снимем. Спасибо. Здравствуйте. Это что идет сверху? Вот это? Да, смотри, так все. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствует Николай. Нас смотрят... Вы откуда сами? А кто смотрит, вы скажите. Нас смотрят на Ютубе. На Ютубе. И со всего бывшего и нынешнего Отечества. Так что можете передать привет. Приветствует Николай всех. Николай с Украины всех приветствует. Это Пурон, очень обалденная посудина. Николай встречает всех с вином, с сыром. Всех угощает от души. А вот так и здесь каталунцы пьют из этого пурона. Внимание, давайте. Минуточку. Вау. О, вау. Ой. Что творят? Да. Не пропьешь и в карман не спрячешь. Сейчас же мало кто так умеет. Так. Николай ее поддержит. Николай, вы откуда конкретно-то? С Украины. Закарпатья. Хуст, Ужгород, Мукачево. Такой западенец такой. Западенец, да. Да, хорошо. Но я наш советский человек. Так. И весь русский народ очень люблю. И наливаю только нашему русскому народу. Кто разговаривает по-русски? Так. Они умеют разговаривать по-русски. Так, девочкам тоже наливаются от нас? Конечно, конечно. Они же наши. Мы вас еще хотели взять. А понравилось, правда? Да. Я же вам говорил. Так. Просто Николай, как девушки, занят? Передавайте привет. Всем привет. Привет, всем привет. Москве. Россия, привет. Откуда будете? Мы из Москвы. Земляки. Так. Мы тоже отдыхаем здесь, в Барселоне. Так. Наш отдых подходит уже потихоньку к концу. Так. И сейчас наслаждаются девчонки вином и сыром у Николая. Николай всю Россию, весь Советский Союз приветствует из Монсеррата. Вот, пожалуйста, сыра кусочек кину. Вот как Николай всех красиво, видите? Вот. Так, так, так. Вот, пожалуйста, давайте. Кусочек сыра, пожалуйста, пожалуйста. Так. Овечий сыр, кусочек. Давай, берите, берите, обязательно так. Надо попробовать. Друзья, я для вас пробую. Сыр, пожалуйста, с девушками. Вы как-то родственники или там? Вино только пьют наш русский народ. Это все туристы практически, которые проходят по-русски, говорят, все пьют. Сладенькое, очень обалденное, на самом деле. А ну-ка, мужчина, пожалуйста, угощайтесь. Будешь немножко тоже? Друзья, это красненькое. За встречу? Вообще-то надо за встречу. За встречу, за любовь, за красоту и за счастливую жизнь. Десертное такое вино красное. Десертное, оно, я, видите, я вам дал специально по кусочку сыра. Это сыром, это все сыром кушается. Ой-ой-ой-ой. Хорошо. Это сыр, хорошо. Сыра. Спасибо, пожалуйста. Пожалуйста. Так. А вы, вот такой вопрос неожиданный, из лучших, так сказать, чувств. А вас только из... коровьего молока, сыры, или, скажем, есть овечьи? Овечьи, козьи, коровьи. Вот сейчас это овечьи, давал. Овечьи – это козьи. Вот это козьи. Вот это козьи, сыр. Так. Козьи, девчоночки, пожалуйста, козьи. Друзья, если у вас там лактоза интолеранс, да, значит... Лактозность, когда сыр выдержанный, то оно меньше лактозности. Ну, есть такой сыр, как буйволиный, он, естественно, не имеет лактозности. Но у меня такого сейчас нет, потому что сейчас тяжело с буйволиным молоком, то не все хозяева могут сделать буйволиное молоко. Это коровье больше. Как буйволиное, это я здесь, как же это? Это буйволиное, ну, есть на рынке в Николе. Буйволы? А ну-ка попробуйте такое еще. Так, так еще раз, что это? Это три молока называется сыр, за 12 евро целый килограмм. Чай, это другой. Это три молока. Чай обалденно идет, очень обалденно. А вот овечий пармезан, типа пармезана, типа манчего его здесь называют, это обалденнейший идет к вину. Самый лучший десерт, что есть к вину. Так, девочки, вот здесь ваше видео будет. Вы себя увидите. А вот это, смотрите, это с розмарином. Козий с розмарином, пожалуйста. Розмарин – это святое. У меня, это типичный из Монсеррата. У меня прям во дворе растет, я поэтому... А ну-ка, пожалуйста, с удовольствием. Да, друзья, розмарин чувствуется... Не по-детски, чувствуется по-настоящему. Хорошо. Ну что, друзья, тут все так у них однообразненько. Вот мед, сыры. Это одна и та же компания. Это вот смотрите, вот один, это вот один кооператив. Вот это был один кооператив. Вот это другой кооператив. Так, по машинам. Хорошо. Так, сладости всякие. Орешки. Свет, черешни хочешь взять? Света? Свет? Света, черешни хочешь взять? А? Нет.
Provando quesos. Это пыльца. No, es que я han probado con Николай. Vale, pues ahora estoy con un segundito, le doy esta ayuda. Здесь есть у них такой козий сыр. Он такой остренький и хорошо идет вот с этим. Ну мы уже как бы приспили. Дары природы. Орешки. Творожок, да? Да. Вот, друзья, приехали в монастырь и увлеклись современным. Пчелки-то, пчелки, они по всей планете пашут. Эй. По-русски? Да. Здравствуйте, привет. Откуда? Вообще-то из Калифорнии. Калифорния? Да. Hello, California. Здравствуйте. Привет. Хотите попробовать сыр, попробовать мед? Спасибо. Ну, спасибо. Мы так больше любопытствуем. Да? Так, красиво просто. Да, спасибо большое. Hola. Bien. Ну вы знакомы, да? Ну так. Мы тут, в принципе, со всеми более-менее знакомы. Так, а вы проходим. Откуда? Хотите попробовать сыр? Нет? Так, а вы откуда сами? Маргани. 10 километров. Испанский. Тут все местные из этого района. Вы видите, друзья, тут овечки на картинке, да? Овечки, козочки. Aquí hablando preguntarle a la gente. Así. Хорошо. Different honey.